Здравствуйте, дорогие мои друзья. Когда мне было 8-10 лет, то есть это 90-е годы, я на Видоке смотрел очень крутые боевики, и там из машины огромной Е или С класса выходил какой-нибудь большой босс, и у него в кармане было такое устройство, как Palm Pilot. Для меня тогда это было как полет в космос. Где-то там по телевизору я видел ноутбуки, огромные такие ящики, и они мне тогда казались, боже, какой это компьютер. Где-то в соседнем подъезде у моего соседа был ПК. Мы приходили и смотрели на него как на святыню. Там еще был огромный системный блок, называемый Big Tower, Большая Башня, 486 процессор. И вот прошли годы, и Palm Pilot, они не дожили до того момента, когда я вообще мог бы себе позволить купить данное устройство. Так же, как и Polaroid, или крутые фотоаппараты Kodak, или топовая приставка Sega, все это умерло. И тут на чипе вылазит новость, что Palm возвращаются. Я думаю, неужто они взяли и выпустили новую Palm OS? Ведь у компании были планы после поглощения Be Incorporated за счет нового кода создать новую революционную операционную систему. И тут разочарование. Они возвращаются на рынок, но зато выпустят самый маленький смартфон на рынке. Как Panasonic в нулевые, помните, было модно. Они выпускали самые маленькие мобильники размером со спичный коробок. Короче, все скучно и уныло. Честно скажу, я расстроен. Ну что это будет за устройство? Там будет экран 3,3 дюйма, процессор Snapdragon 435, 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гига постоянной памяти. Две камеры, одна на 8, другая на 12 мегапикселей. И аккумулятор крошечный 800 мАч. Слушайте, нахрена такое вообще нужно устройство? Андрюша там будет 8,1 стоять, Орео. И ценник данного устройства будет баксов 350. Что можно купить за 350 долларов, я думаю, не мне вам рассказывать. Данный смартфон мне напоминает категорию устройств странных. Типа как фонарик с радио, вибро-раскладушка и носки с подогревом. Думаю, ничего хорошего и интересного от компании Palm ждать не стоит. Вообще, 2018 год – это год разочарований и громких премьер. Последние 3 года сплошные возрождения старых брендов. Nokia, Zenit, ну теперь уже Palm. С Zenit'ом так вообще лол, я про Zenit M. Мало того, что это не серийная камера для всех, так еще так это просто лейка в новом корпусе с шильдиком Зенит стоимостью примерно 6000 евро. Ну типа, как сказал Дмитрий Анатольевич выпустить камеру, побежали халуи, сбегали на лейку, договорились, на Красногорском заводе корпус новый сделали, туда начинку засунули, ну все, пацан сказал, пацан сделал. Про Nokia вообще молчу, в принципе неоднозначные отзывы, ругать не стоит, так как смартфоны хорошо продаются. Просто народ немножко разочарован вот этими кнопочными моделями новой 3310 и новой так называемой версии телефоном бананом, который, кстати, мне пипец как нравится. Остается только возродить телефоны Siemens или классический Ericsson без Sony. Конечно же, с андроидом, тошнит уже от андроида. Но я на этом заканчиваю. Всем пока, спасибо за внимание.